Выставка «100 картин художников Оренбуржья» проводится уже в 22-й раз. В ней участвуют не только именитые художники, но и начинающие авторы. Темы и стили самые разнообразные. Юрий Рисухин подготовил сразу несколько полотен. Часть из них посвящены поездке на Иссык-Куль. На знаменитом Киргизском озере художник набросал этюды, а дорабатывал их уже на родине. Представил мастер и еще ряд картин на тему «Цирк». Давно тоже хотел сделать цирк. Очень интересная тема, красивая тема. Только что подобрался, как бы сделал вот из этих, у меня задумано 9 вещей, а пока реализовал только 6. Одним из участников выставки стал художник из Ставрополя. На суд оренбуржцев он привез свою работу «Плач Мусы». В основу легла легенда о человеке, который погнался за легкой наживой, но в итоге остался ни с чем. Оренбуржье, оно чем-то притягивает. Я не могу, чтобы не приехать сюда, я здесь учусь понимать современное искусство. Выставка «100 картин художников Оренбуржья» многие годы остается самой престижной в регионе. Здесь свои работы выставляют такие мэтры, как Геннадий Глахтеев, Василий Еременко, Антон Власенко. Несколько раз эта выставка выезжала в другие города – Москву и Нижний Новгород – и имела там большой успех. Сейчас экспозиция находится в выставочном зале музея ИЗО.